В Омске девушка практически устроила стриптиз в люльке на крыше внедорожника. Она высунулась из салона наружу в купальнике и устроила зажигательный танец. Происходило это во время поездки в центре города. Пользователи окрестили видео «жаркой поездкой в 20-градусный мороз». Именно такой была температура окружающего воздуха в момент съемки. Очевидцы отмечают, что сидевший за рулем джипа мужчина так засмотрелся на свою спутницу, что в какой-то момент едва не попал в ДТП.